Добрый день, поважаные шестиклассники! Тема нашего урока – право без приставок, которые заканчиваются на зычны. Мы вспомним правила о правописи приставок на зычны, научимся применять правила написания зычных «з», «с», «б», «д» на концы приставок. Научимся правильно вымовлять зычные на стыку морфем. Давайте вспомним, какие зычные гуки относятся до звонких, а какие до глухих. Проверьте себе. Звонкие б, б, г, г, д, дж, дз, д, ж, з, з, В, В, Е, Л, Л, М, М, Н, Н, Р, У. Глухие. П, П, Х, Х, Т, Ц, Ч, Ш, С, Щ, К, К, Ф, Ф. Мы памятаем, что звонкие зычные, коли стоять перед глухими, оглушаются. Как проверить написание таких гуков, мы повинны подобрать проверочные словы, каб зычный стал у моцной позиции перед голосным гуком. Але ці можем мы проверить правопис «з», «с», «б», «д» у приведенных словах? Развить, расфасовать, разгадать, раскупить, раздать, расписать, подбегчи, отказать, обнести, обстукать, обзвонить, обтерти, подрезать, подшить. Для даденных слов это правило применить нельга. Литеры «з», «с», «б», «д» знаходятся у приставцы. Давайте поназираем за гэтыми словами. Развить – корань починается со звонкого «в». Расфасовать – корань починается с глухого «ф». Разгадать – корань починается со звонкого «г». Раскупить – с глухого «к». Раздать – со звонкого «д». Расписать с глухого «п». Мы можем зробить вывод, что правопис приставок на «з», «с» залежит от того, з якого гука починается корань, со звонкого «ти» глухого. А что мы можем сказать про словы «подбегчи», «отказать», обнести, обстукать, обзвонить, обтерти, подрезать, подшить. Тут мы бачим, что правопис приставок на «б», «д» не залежить от того, з якого гука звонкого ти глухого починается корань. Значит, приставки, якія заканчиваются на «б», «д» пишутся неизменно. Подход, обступить, обвестка. Правопис литер «з», «с» у приставках залежит от характеру первого гука, звонки ти глухи у корани. Перед звонкими зычными вымовляется звонкий гук и пишется литера «з» без дорожжа, без голосы, размалявать. Перед глухими зычными вымовляется глухий гук и пишется литера «с» бескорыстны, беспоспяховы, бесценны. А зараз натисните, коли ласка, паузу и выконайте задание. Уставьте пропущенные зычные. Проверьте себе. Безнадейный,
спытаться, отказать, раскритиковать, откласти, узлятеть, беспросветны, склеить, бессардечны, разделить. Калі прыстаўка заканчваецца на «з» ці «с», а корань пачынаецца з «іх», то адбываецца падваенне літар. Без зубы, раззлавацца, рассыпацца, бясстрашны. Калі корань слова пачынаецца з бегам зычных, пасля прыставак на зычны паяўляецца беглы гук «а», які на пісьме перадаецца літарай «а». Падабраць, разаслаць, абагнаць, надарваць, адагрэць, сабраць, сагнуць. Але трэба запомніць правапіс слоў «расада», «расаднік», «расол», «расольнік», «ростань». Звярніце, калі ласка, увагу. Пры вымаўленні свісцячыя гукі «з» і «с» у прыстаўках на зычны прыпадабняюцца да шыпячых у корані слова і разам з імі вымаўляюцца як «ж», «ш», «ш», «ч». На пісьме такое вымаўленне не перадаецца. «Жаць» – пішам «зжаць», «шыць» – пішам «сшыць», «расчасаць» – пішам «расчасаць». Перад мяккімі зычнымі кораня у прыстаўках на зычны вымаўляюцца гукі «з» і «с», што таксама не перадаецца на пісьме. «Узлесак» – пішам «узлесак», «стерці» – пішам «стерці», «беззямельны» – пішам «беззямельны». Трэба адрозніваць, расчыніць дзверы, расчыніць цеста, рошчына, ушчуваць, расшчапіць палена і расшчапіць вагоны. Сёння мы даведаліся, што прыстаўкі, якія заканчваюцца на «б» і «д», пішуцца нязменна. Правапіс літар «з» і «с» у прыстаўках залежыць ад характару першага гука, звонкі ці глухі ў корані. Калі прыстаўка заканчваецца на «з» ці «с», а корань пачынаецца з іх, то адбываецца падваенне літар. Для замацавання матэрыялу і самаканконтролю па вывучанай тэме выканайце практыкаванні 101, 102 і 103 з падручніка і прапанаваную тэставую работу.